2 февраля 2024 года. Сергиев Посад. Привет. Приезжай в Сергиев Посад, у нас здесь лаборатория. Хорошо, я приеду. Сейчас загуглю. Скажи мне адрес. Я сейчас тебе пришлю расписание электричек, которые идут до Сергиев Посада. И там такси тебя закажем, и ты приедешь по адресу. Хорошо. Прием. Хорошо. Ты сейчас уже на вокзал можешь ехать? Да. Хорошо, я сейчас через 5 минут тебе пришлю расписание, скажу, во сколько тебе садится. Бондаренко вчера говорил о том, что солнечная активность чрезвычайно сильная, и люди это почувствуют. И вот начинается метель. Было голубое небо, и за считанные минуты затянуло, запорошило, и пургою все запустило. Эфирные потоки, изменения статики в пространстве, меняет содержание кислорода, переход в озон и обратно. Локальные изменения градиента давления на всех уровнях и снегопад. И все это процессы, связанные и с космосом, и с Землей, и с Солнцем, и с галактиками, и даже с нашей интеллектуальной мыслительной деятельностью. Поэтому по всей планете проходят медитации, молитвы во благо всех живых, во славу всех ушедших. Слышно меня? 21 внизу осталось, 21,5. Внизу 21,5 градуса остался. Но не больше. А сейчас с другой стороны будем есть. Чуть повыше 27-28. Двадцать шесть, двадцать пять, двадцать семь. Прыгай, температура 26, 25, 27. Это низ. То есть чуть побольше. А верхняя сейчас меряем. 39,6. В середине 40,6. 36 по краям. И 40 здесь. 41 даже. В общем, стабильная температура в середине 24, 23,5, 24 внизу в середине, а наверху в середине 42, 41. И вот работает визуально, все равно одно и то же, вот как и работало час назад. А температура наверху стала 40. Но она больше не поднимет. Да, и больше не поднимет. При температуре комнаты такой будет так. А если повысится температура комнаты, повысится температура.
39,9 плюс 40. Это практически в лаборатории. Да? Ну, по камере так видно. А с краю 36, 37. А здесь нет, здесь 39. Здесь равно 22 внизу. 23. 22,6. А наверху 39,41. Да, 21, 23, 24 и 41. Вот разница температуры в колбе. Вам видно нормально? Так лучше видно? Там как там высоковольт на катушке. Его вопрос достать. Два Вова, вообще просто какая-то нереальная красота. Так они двигаются, они растут постоянно, они размножаются. Нет, это края, края. Бери самый, вот он, центр, самая главная часть. Вот. Поехали. Поехали, да. Ладно, сейчас погрубее буду менять. Некогда. Да, сейчас сразу увидите, как они обратно вернутся в ёлку. Так, это я повышаю частоту. 555, поехал 556, 7, 8. Сейчас она, сейчас ее будет, вот, начинает подзрывать, видишь, плита бы упала. А вот сейчас будут наши ежики, смотри. Опа. Нет, вот сейчас я запущу в обратно, вот ежики, вот она не крутится, видишь? Да, это сколько сейчас? Вот, ну, 567. 567. Хотя до этого 567 крутилось очень плохо. Вот все, вот начала крутиться, все, запустилось. Да. Ну, сейчас обратно мешает частоту, прибавляется количество этих. Все, они перестали прибавляться, видишь? И уже ниже частота, все то же самое. Сейчас будет срыв. Фу, очень сильно в этот момент начинает пахнуть озоном, когда срывы, срывы включения, прям в этот момент прям ужасно, прям какой-то рывок аж прям происходит. 567 до сих пор? Не, я уже все, я уже сорвал, пошел вверх. 542 сейчас. Вот все, закрутилось, пошла, все. 155 сейчас. Вот это самая устойчивая работа. Да, слушай, звоняло. Это момент срывов, потому что это происходит. Я тебе говорю, что Амазон нужен момент срыва. Рассказ о лаборатории Кирсона на связи с лабораторией Кирсона. Здесь проходит опыт, а там стоят эксперты, они смотрят, слушают, беседуют. То есть ты сразу увидел выход. Может, да, стоит еще забрано за день. Итак, внимание на экран, дорогие друзья. Внимание на экран. Да, присаживайся, только близко телефон не суй туда. Как это красиво. Непонятно, но очень интересно. Подожди, я тебе радиопетлю одену. Подожди секундочку. Посмотри, вот в ту сторону он не подходит. Понимаю. Да, вот с этой стороны смотришь и описываешь то, что нужно. Если чувствительный мозг, то должна уловить аромат озона, или уже секунду не аромат. Пока она работает, здесь идеальная атмосфера. Так, дай микрофон тебе одену. Все, рассказывай. Всем добрый вечер. Не знаю, честно говоря, что мне рассказывать. Я пока наслаждаюсь просто этими видами потрясающими. Только подошла, не понимаю, что происходит. Но внимание мое. Дух захватывает. Это подарок.
Саня, а покрути, пожалуйста, для Виктории немножко. Да, что это вообще такое? Еще раз, влево что? Мы ослабляем? Нет, ты хочешь натянуть, что ли? Наоборот, ослабить. Не-не-не, имеется в виду частоту поменять. Нет, частоту не надо, давай. Не надо, поменять частоту, что это где? Влево или вправо? Частоту. Частоту? Это так выглядит электричество. На ёжик, смотри на крюки. Говори, что ты делаешь. Я увеличиваю частоту 561, 562, 563, 565. И что происходит в это время? И вот они сейчас будут уменьшаться в диаметре и потом превратятся в ёжики. Вертолеты ищут лабораторию, дорогие друзья, поэтому скачивайте сюжеты, распространяйте. Вот 569 и превратился, увидел свет, свет убери. Свет убери. Вот видишь ежики, да? Угу. Ежики. Да. И вот мы их возвращаем к жизни в кольца, изменяя частоту, уменьшая частоту. И вот они стали колечками. То есть это для школ наглядный демонстрационно-лабораторный образец. Фантастический. Что такое ритмодинамика? Эфиродинамика. Волшебно. У вас была физика, Виктория? У нас было все очень грустно, к сожалению. Ну расскажи о своем опыте. У нас было 43 человека в классе. Вот. И любимым уроком был тот, который можно было прогулять, потому что невозможно было находиться там. И учителям было тяжело, и детям тоже. Вот. И влюбилась я в изучение устройства мира уже в университете. Опытов никаких мы не проводили, никогда ничего подобного не видела, поэтому сейчас я в таком восторге и благодарности наблюдать это все своими глазами. Магия объяснима. Дыхание захватывает. Мне очень интересно, как это происходит. Что это? Кстати, знаешь, что сейчас делаем? Хорошо. Это очень нестандартно. Заменим? Смотри, тебя очень хорошо слышат в лаборатории Усова. Ты можешь задать вопрос Владимиру, либо Вадиму, чтобы рассказали. Сейчас парни заняты там, а ты можешь что-то расспросить, там тебя видно. Нас слышно? Прием. Лаборатория Усова. Да, хорошо. Не слышно. Добрый вечер. Добрый вечер. Засмущалась я. А сзади тебя находится 3D-принтер, можешь посмотреть. Вадим, находясь за много километров отсюда, делает программу, пересылает сюда, и компьютер сам
отличаться. Какое прекрасное время мы живем. Вот так вот можно печатать еду, все устройства, автомобили, детали разных объектов. Угу. А что сейчас печатается? Какая-то деталь? Ярослав, ты не знаешь? Тебя слышит Вадим, он ответственный за эту деталь. Я просто не слышу Вадима. Он молчит. Вадим? Да-да, слышно. Я поближе просто хотел подсесть. Это для второй установки еще одна колба будет стоять. Угу. Также со шприцом. И вот там в шприце внутри резьба такая, болт такой. Если ты обратишь внимание. Да, вижу. Черненький. Поняла. Да, да, да. Вот такой печатай. Сейчас есть во мне вот такая вибрация, если частотная, Мне одно время очень интересно было изучить вообще, в принципе, 3D-моделирование. Я сейчас смотрю на эту штучку, и у меня вопрос. Она была готовой где-то на просторах, или ее сначала спроектировали, а потом создали на 3D? Это абсолютно новая вещь. Палочка. Абсолютно все новое. Восхитительно. Восхитительно. Ты можешь этим овладеть, научиться, это несложно. Да, у меня была такая цель. И появилась она из-за того, что я не могла передать словами то, что я вижу в голове. Это очень грустно. Не нарисовать, не спроецировать. Иногда спускаются мне какие-то изобретения. Точнее, их образы. Скажи, если в школе тебе бы это тебе помогло бы в жизни понимание процессов? Ну вот сейчас ты смотришь эту конструкцию, если тебе нужна была бы такая вещь? Конечно, это поспособствовало бы скорейшему моему развитию и вообще, в принципе, расширению сознания. Очень не хватало мне, на самом деле, было время, что я даже плакала, что мы не делаем всяких опытов, например, на химии. Этот образ из фильмов «Халатики», «Колбы». Какие-то эксперименты. Ой, ее можно трогать? Осторожненько. Попробуй, повтори его. Инициация, а что ты ее отпугиваешь? Ну нормально. Боюсь. У нее столько информации, ничего как не путешествует. Я все равно не понимаю, как они появились. Да, это все и позже. Чего не понимаешь? Кружочки. Что не понимаешь? Как это визуализация низкой частоты. Там проволока внутри, она крутится. А вот эти ежики, да, как их называют, они... Так, а можно сейчас выключить? Влияют на проволоку. Давай покажем проволоку. Включим свет, покажем проволоку. Так, Виктория, представь себе скакалку. Она прям совсем тоненькая, как леска, да? Или она 0,1 миллиметр. Металлическая? Ого, вау. 0,1 миллиметра. Ну, волосок 0,8 миллиметра. Ой, 0,08, вот, волос. И заметь, Диман, она же не провисла. Ничего не знаю. Она тянута, она сейчас говорит, хорошо натянута. Ну, правильно, канаты же звенят, натянутые. Она сейчас вот находится в... Восторг. А цель эксперимента? Итак, прекрасно.
Итак, дорогие друзья, Виктория задала вопрос, цель эксперимента. Дорогие друзья, это случайное стечение обстоятельств, так, которые мы увидели. Ну, говори. Это случайное стечение обстоятельств, которые мы увидели визуально. То, что произошло. Мы просто натянули проволоку, как много раз натягивали. На чем изначально мы работали? Расскажи изначально, на чем опыт. Да. Изначально. С чего все это началось? Это антенна высоковольтная, высоковольтной катушки Теслы. Она является озонатором. Она производит озон. Угу. Вот ты сейчас сидишь, ты нюхаешь озон. И ты должна не озон, она производит частоты, которые взаимодействие с окружающей средой вызывают переход кислорода, содержащего в воздухе, в озон. В озон. Озонирование. Вот. И мы над этим работали и пытались это получить. Но когда включили, мы увидели еще наглядное визуальное подтверждение, как это работает в виде кругляшков, которые раскачивают эту проволоку супертонкую в жутком состоянии. Вот она начинает так вот вращаться, и ты видишь, не вращаться, потому что ну да, вибрирует. Я понял, давайте я расскажу. Сейчас я камеру чуть подниму побольше. Сейчас часовой. Так как нам потом. Мы потом проверим. Значит, уже. Блин, мы не видим себя. Вадя, а Володя пришел? Блин, повторяться придется. Ты хочешь снимать? Ну, давай подождем, пока придет. Просто я буду долго говорить, не надо. Камера пишет, как бы тебе лучше снимать. Ну, ладно, смотри. Потренироваться? Во, Володя пришел. А где ты это увидел? А, нет. Я вообще никого не вижу. И это стол лаборатории. Угу. Мы видим стол лаборатории. А Владимир ушел в другую часть дома к семье. Угу. Итак, изначально было замечено в опытах. Александр Бобров читает исходники труды Николы Теслы и копается в материалах, потому что он является вот ремонтником очень сложного оборудования и имеет возможность отремонтировать один блок, который в официальной мастерской ремонт стоит 1 000 000. Вот, соответственно, он, как частный предприниматель, оказывает эту услугу в 10 раз дешевле и в 100 раз быстрее. Потому что один день простоя крана КАТО там обходится в несколько 1 000 000. То есть заплатить за ремонт блока, который тебе позволит ежедневно зарабатывать 1 000 000, выгоднее, чем отдавать на сервис-фирму, они куда-то отошлют, в Европу будут. Ну, в общем, это история на несколько месяцев. А здесь это может решаться в течение 24 часов. Это вот уровень компетенции. Соответственно, есть Владимир Лебедев. Это лаборатория УСВА, находится в 200 метрах от резиденции Владимира Владимировича Путина. Вот Володя. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас тоже вот видим тут со всех сторон. Ну, я уже давно хотел, вы очень похожи на мою дочку. Не буду пока вас отвлекать, я тоже чайку себе сейчас пока сделаю. А дочка ваша в Москве? Да. Захотелось познакомиться. Ну, возможно, всякое, да, летом особенно тут будет хорошо, у нас тут речка рядом, может быть, к нам заедете в гости как-нибудь.
Здорово. Да, возможно, да, даже и раньше. И познакомитесь заодно, если она тоже будет. Не, у нас возле Маннергала, Ярик, что-то. Да, сейчас сделаю. Так, ну ладно, сейчас чайку все сделаю сначала. Горькона Сбербанка. Звонят по телефону, мошенники. Это параллельно, ты смотришь, как делается управление студией ОБС. Можно записывать экран. Начать запись. Проверить надо, работает ли микрофон. Раз, 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 раз. Раз, 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 вот пошла запись микрофона. Начать запись, он записывает экран. Это режим студии, вот он выглядит вот так, это режим студии. То есть его, смотри, я отодвинул. Нет, мы сейчас делаем. Вот эта картинка. И здесь есть управление, что ты вбиваешь сюда ключ с Ютуба, нажимаешь начать сторону трансляции, и мы попадаем сразу в прямой стрим в Ютуб. Просто сейчас снимает камера нас крупным планом отсюда, но зрители не видят, что здесь происходит. Перевернуть монитор, если чтобы зрители видели, тогда мы не будем видеть. Тогда мы включаем запись экрана и, соответственно, на монтаже мы сможем накладывать две картинки. Да. Понимаешь, да? Угу. Все схвачено. Здорово. Ну, кстати, я на сумму поеду. Так, а почему она? 40 ватт пропадам. Здесь 8 ватт вытеряют, 32 ватт. Потом поеду, и там их не надо лежать. Дальше вышли. Вот, заработал. Ну так вот, Александр Бобров, компетенции его я обрисовал, как бы он читает первоисходники. Потому что все, что существует в современной электротехнике, все не совсем корректно отображено, поскольку из всей электротехники вычеркнут эфир, единая среда. Вот. А это сообщество людей, которые находятся в понимании, что мы живем в единой среде на всех уровнях. И электрические процессы, магнитные процессы, статические процессы, гравитационные процессы – это все одно единое целое. И наткнулся на эффект, как получить энергию из пространства. Вода, когда колеблется, мы можем поставить банку, она, согласно закону Архимеда, плавучая. Если вода поднимается, банка поднимается, если представить рычаг, то, соответственно, можно двигать динамо-машину, которая будет генерировать ток. Понятно, да? Угу. А когда это вот эта вот среда вокруг нас, которую никто определить не может, пощупать никак не может, как оттуда получить энергию, извлечь? Есть разве признаки, что электрические скаты вырабатывают электроэнергию, у них нет динамо-машины? Как-то клетки биологические что-то такое делают, что умеют взаимодействовать со средой, накопить нечто, слабо описанное человечество, и произвести воздействие на другое животное и отпугнуть, либо убить его. В природе же есть такое. Соответственно, мы должны понять, как это происходит. И, читая материалы, наткнулись на то, что в 1840-50-х годах был проведен опыт, когда в банке с кислородом создавали разряд электрический. И было замечено, что кислород переходит в озон, это логично. Потом озон, он распадающийся быстро, и он переходит обратно в кислород. И было замечено избыточное повышение тепла, избыточное появление дополнительного тепла. Возникла гипотеза, что в момент перехода из одного, не агрегатного состояния, молекулярного состояния в другое молекулярное состояние, происходит обращение к тому самому океану эфира, который, восстанавливая элемент за счет избыточной статической плотности внешней среды. И это ведет к повышению температуры. Мы начали экспериментировать, сделали 5-литровую банку, туда натянули вот эту проволоку, у нас прогорало это все. И
совершенно, ну, случайно, эмпирически, просто думая, что у нас есть под руками, мы взяли колбу. Придумали устройство натяжения, что там должны быть шарики, что это должно быть, иметь возможность натяжения, герметичное. И вот у нас возникла струна. И прошлые разы у нас возникали ежики. И при очередном включении в данной конструкции было замечено, что появляются вот эти вот фигуры. При подробном наблюдении стало понятно, что это колеблется проволока вот так вот, и она создает эффект Кирлиана на концах. Дальше было выявлено, что это закономерности, что это и есть узлы пучности, стоячие волны, и можно искусственно этим регулировать. Это все зачатки двигательной установки космолета. Иванов Юрий Николаевич об этом говорит уже более 50 лет, что его ритмодинамика позволяет создать новые средства перемещения в пространстве на этих принципах. То есть, понимая, как можно регулировать среду, изменяя частотные характеристики перед кораблем, корабль будет проваливаться туда, вперед. То есть, даже не надо применять силу, чтобы толкать. Достаточно создавать силу, чтобы создать разрежение перед кораблем. Володя, я все правильно рассказал? Абсолютно. Можешь позадавать вопросы. Теория абсолютно правильная. Можешь позадавать вопросы, тебя хорошо слышно. Вот, перед зрителями поговори сейчас. У тебя есть 5 минут 10. Вот твой тренировка твоего стрима. Я тебе комплексную рассказал тему. Как в каждом доме может появиться автономный источник энергии, который позволяет нам, чтобы летали машины, самолеты, города, стадионы, то есть объекты любого размера. Вопрос в том, как мы будем жить в этом районе, как нам всем договориться. Вот эти технологии более 100 лет есть на планете. И теми, кто управляет этой планетой, это сдерживается, потому что уровень сознания землян не дорос еще. Ну, это же тоже делается специально. Вот поговори со зрителями. Идея какая? Что эволюционно за 15 лет представитель твоего поколения появился сейчас здесь, в лаборатории. Это называется преемственность поколений. Создание предпосылок для преемственности поколений. И у тебя проявилась любознательность. А если есть любознательность, ты даже задашь вопрос, как применение, я тебе обрисовал какое, и теперь с твоей головы это никогда в жизни не выскочит. Увиденное не развидеть. Да. Ну, в общем, можешь поговорить с разработчиком. Владимир Лебедев, один из соразработчиков. И зрителям расскажи свои впечатления от того, как это услышат десятки, сотни, тысячи людей, это предпосылки, что могут услышать миллиарды. Да, я понял. Ну, сейчас у нее первое впечатление. Да, рассказывай. Вот, как ясно. Смотрите. Опять все выключу. Когда-нибудь мое стеснение перед камерой уйдет. Мне тут, кстати, уже 5 человек сказали, что я актриса. 5. Этот год только начался. Хочется опять посмотреть, как это работает. Можно включить? Включите, пожалуйста, Дмитрий Захарович просит включить. Актриса просит включить. Здесь свет надо выключить. Ну вот этот свет. Вы выключаете свет. Это тоже не выключается. Сейчас я тут выключу. В момент моей личной трансформации в мое поле тоже попало очень много информации про бесконечные источники энергии, эфир и прочее. Очень много слушала ченнелингов. Слышала о том, что Россия станет духовным центром мира. Сердцем. Духовным сердцем мира. И, честно говоря, сложно мне поверить, что все это уже происходит. Я думаю, сюда перемещу телефончик.
У меня вообще нет никаких сомнений в том, что это возможно и что это будет работать. У меня вопросы к обществу, к коллективному, сознательному, бессознательному, когда действительно люди будут к этому готовы и вышестоящие перестанут это сдерживать. Это же неспроста 100 лет держалось в тайне. Кали-юга заканчивается. Начинается просветление. Да здравствует золотой век. Очень ценно наблюдать это все. Дух захватывает, честно говоря, не знаю даже, что сказать. Хочется просто наблюдать и наслаждаться процессом. Для того, чтобы люди вообще, в принципе, начали слышать информацию такого рода, им нужно помочь избавиться от ментального мусора. Прежде всего, мысли о высоком находятся на вершине пирамиды Маслоу. У большинства людей не закрыта базовая потребность в безопасности. Днем и ночью думают о том, как бы выжить, как бы закрыть все эти кредиты, ипотеки, какие-то источники энергии. До этого нужно еще дойти. Как ты можешь договориться с миллионами своих сверстников? Хотя бы своих сверстников, хотя бы девушек, о ком мы говорим, календарь 13 лун. Завтра предлагаю на ВДНХ, кстати, ехать в 13 часов выступления. Вот как договориться? Попробуй потренироваться. Что должны услышать твои сверстники? О чем идет речь? Это проведение сквозного референдума о внедрении прорывных закрывающих технологий в мирных целях. То есть ваше поколение имеет смартфоны. Вопрос в том, найти парней, которые сделают единый портал, где соберут голоса миллиардов людей. Это станет инфоновостью для всех средств массовой информации. Все прецеденты мира вынуждены будут заговорить о движении женщин за новую научную парадигму в мирных целях. Мое поколение, если я вообще могу говорить за мое поколение, в принципе, в первую очередь интересуют кейсы. И для того, чтобы меня начали слушать... О, крупный план. Для того, чтобы меня начали слушать, мне нужно стать продуктом того, о чем я говорю, в принципе. Результаты. Мое поколение интересует результаты. Что они получат от этого? Насколько это безопасно? Что в этом прикольного? От глобальной волны ты получаешь возможность социального лифта. Да. Ты попала в одну из немногих лабораторий на планете. Вот такие опыты не проводят. Но никто не анонсировал. Может быть, где-то в закрытых лабораториях это идет? Сейчас иду. Греем, пусть греется, конечно. Ну, постепенно, хорошо, ладно. В общем, кейсы какие? Делаем из тебя звезду глобальной волны. Ты одна из немногих, которая приехала. Этот эксперимент впервые снимается. Это только-только создано. 11 человек, кто увидел? 11. 11? 11. Это аркан силы. Это мой. Да. Нужно научиться доносить кратко и красиво смыслы и ценности всего происходящего. На. Чего? Возьми в руку. Вот, возьми и поднеси вот к этой голубе. Сверху? Ну, как хочешь. Бок сверху. Ближе, не бойся, носи. Еще ближе. Носи прям тут. Ну, можешь относить, так же ты. Ого. Мэджик. Мэджик.
Да. Сердце открывается. Расскажи. Кажется, сейчас настало то самое время, когда люди начнут больше прислушиваться к своим ощущениям. Это не передать настолько словами, мне кажется, даже и на видео это нельзя прочувствовать. Но то, что сейчас происходит у меня внутри, вот это расширение невероятное в сердечной чакре, восторг в глазах какой-то бесконечный. Это нужно увидеть, это нужно почувствовать, как в руках загорается свет. Вспомнила «Звездные войны». Беспроводная передача энергии, это называется. На самом деле в поле индукции попадает газ, инертный газ. Там какой газ? Саш, в лампе какой газ? Почему? Там вакуум с ртутью. Параметр ртути. 100% правильный ответ. Еще раз, Виктория, ты можешь повторить, что находится в лампе? Задай вопрос, почему происходит эффект свечения? Владимир. Владимир. Ты там сидишь, тебя хорошо слышно, микрофон на тебе. Меня тоже слышит. Я просто не очень хорошо слышу Владимира. Владимир, объясните, пожалуйста, почему происходит свечение? Я на самом деле как бы точно сказать не могу, но как товарищи все теоретики говорят, то что да, пары ртути ионизируются и это начинают светиться, а ионизируются из-за того, то, что начинают очень быстро двигаться. Вот они очень быстро двигаться начинают и начинают светиться. Они, ну, сами пары, они же тяжелые, ртутные, на самом деле. Им двигаться очень тяжело. Видишь, как это? Даже вот смотри, с этой стороны вот так. Ты можешь самой эффективностью за цоколь сзади возьмешься. Это больно. Возьми за цоколь. Ну, больно мне было. Не будь там больно, возьми за цоколь. Он еще ярче будет светиться. Ты же елкость огромная. Во! Даже равномерно светится, видишь? Но в ней тоже получаются вот эти вот... Это уже где-то очень далеко. Вот, и обрати внимание, смотри, мы сейчас снимаясь уже с тобой, подсвети, пожалуйста, подсвети. Отдай ей лампу, отдай ей лампу. Ага. Можем взять за середину лампу, поместить будет половину лампы. Где вот там будет? Сейчас мы попросим тебя провести визуальный эксперимент. Так. На проволоке... существует определенный заряд. Угу. И при передаче энергии, когда загорается твоя лампа, то на иных устройствах мы наблюдали падение напряжения. На каких? А? На каких? Ну, которые мы могли бы увидеть, что поднося лампу, ты увидела бы, что кругляшки, которые находятся сейчас в колбе, они должны изменить свечение, изменить размер. Но в данном случае изменений не наблюдается. Это говорит о том, что конструкция чрезвычайно мощная, и то свечение, которое происходит в лампе, не производит визуального изменения. Так понятно? Угу. То есть малым количеством энергии мы раскачали столько, что удается светить, и падений нету. Володь, понятно объясняю? Примерно, да. Ну, вас твое придется. Примерно так, да. Сейчас я скажу.
Алекс, еще что ли? Что мы точно знаем? Иди расскажи, Виктория. Пауза. Жарить котлеты? Надо поесть. Виктория, ну давай, сейчас. Вы девушки, пока. Ярослав. Да. Если у Санька есть эти шприцы, вот попробуйте, да поедьте шприц, чтобы она сама просто попробовала. Ничего, свет делать. Так же засвечивается, только нет антенны, Вов, а засвечивается шприц вот здесь, вот у края катушки, вот прямо вот, где выход катушки только. Видишь шприц? Нет, нет. Ну есть, я могу только вот здесь сидеть, там нет. Там неудобно очень. Очень неудобно. Не опасно. Все работает, все так же, все со шприцами так же все работает, Вов. Это где-то примерно шприц, мы проверяли, это где-то минус 850 там давление. Я не к этому. Я говорю, девушке, дайте, чтобы она поняла. То есть из ничего, просто лыжный принц, из всего взяли, откачали. Не-не, Вован, там не так сейчас просто. Там только прям в саму катуху лезть туда внутрь. Не так хорошо. Ну, я понял. Все. Хорошо же. Следи. Нам масло тоже налить. Я сейчас тебе дровишек покину, чтобы это все пожарилось масло. Это супер вообще. Верик, у тебя есть час. До захода? Не, ну дорога в печке насчет это. КПД не падать. До следующей кометы. Так, а если мы будем заваливать наоборот от 550 вниз, мы все равно придем к тому же результату, как и больше. Естественно, да. Есть резонанс членами, которые она себя чувствует хорошо, эта система. Все остальное это вот колебания такие странные происходят. Какая сейчас частота? Вот свист появился. 555 кГц. А сейчас уже нет. Сейчас 545. Ну сейчас она, видишь, она все уже, диаметр уменьшается, мощность уменьшается, сейчас она, видишь, они уже все, вот они, смотри, вот оставь так сейчас, не трогай. Вот я руку подношу, они уже влияют на руку, видишь? Ага, то есть они появляются. Потому что система не настроена, когда она была настроена, ей плевать было на руку, на нагрузку, на все остальное. Она А здесь визуально можно легко настроить. Попали. 100% работал. Трансформатор Тесла вот так можно работать. Идеально настроен. Все. Другого нет варианта. Вот, то есть название ролика идеально настроенный трансформатор Тесла. Да, можно, да, вообще. Идеально настроенный трансформатор Тесла. Вот какой ты сюжет делаешь, Виктория. Вот, и видишь, ежики появились. Вот смотри, видишь их? Да. 533, и вот я чуть начинаю прибавлять, вот они ежики, и в какой-то момент времени они заводятся и становятся кружочки. Вот и превратились в кружочки, видишь? И я сейчас довожу их до количества, до стандартного, которое ты видел. Переключение, повышение частоты идет плавно, и по ходу меняют форму свою? Да, по одной. Форму свою. 1000 Гц. 1000 Гц. Сейчас работает 555 тысяч Гц. Килогерц. 1 Гц – это одно колебание в секунду. Да, вот получается в одно. У них там только 550 Гц. 550 тысяч колебаний в секунду там сейчас происходит. Тут даже понять страшно. Да. Вов, и реально вот из-за того, что длина проволоки чуть уменьшилась, частота возросла. То есть получается, что мы длиннее проволоку, если делать, то, ну, в общем, здесь визуально легко настроить. Вообще, просто у тебя визуальный настрой. Ты 11-й человек, который видит прототип лабораторного оборудования для школ и детских садов. Вообще, в принципе, воспитатели это могут, чтобы занимать детей, ну, в детском саду реально как бы делать. Просто, чтобы ты понимала, что вот это вот, это есть та правильная энергия, если тебе ее в школе обучали, то ты будешь знать. Да.
Отсюда ты поймешь эффект матрешки, ну, в общем, всего. Почему облака образуются, почему землетрясения. Почему образуются котлеты? Котлеты образуются, потому что Ярослав Петрович их жарит. Я уже добавил. Мэджик. Да, если такое будет в школах. Ну, холодный пиздец. Ловится ускорится. Чего? Невероятно. Но для этого нужно еще и родителей подготовить. Потому что... Сейчас вам покажу, что холодная сковородка. Сковородка холодная пока. Конечно. Поймай мне температуру. Плита 120-110 градусов. Как тут жарить? Да, да, вот я тебя включил. 130. Мне так Ярослав мерил температуру. 36,8. 36,7. 200. 180. Личная температура. Я же писатель, да? Держал прикрытие, чтобы дрова не было. Сейчас открыл тягу, сейчас я там какая будет температура? По 300. Только успевай блины свои эти, котлеты снимать. Куда можно поставить? Так, ну что, предлагается задать тебе несколько вопросов и перейти и прекратить съемку. Как тебе? Каких вопросов? Ну, у тебя возникли вопросы? Ну, завершая съемку, подводи итог. Что вот на сегодняшний момент ты увидела, узнала? Дальше перерыв. Чай, кофе. Котлеты. Котлеты. Вегетарианские. Правда? Да. Давай, пока сковородка греется, рассказывай. Я все с нетерпением жду, когда трансформируется мое смущение в уверенность, и я начну выдавать все, что в моей голове. Пока что мне сложно структурировать. Я просто в восторге. Я думаю о том, какой это эффект произведет на детишек. Ой. Какой это эффект произведет на детей. Что будет с родителями этих детей, которые не были тоже знакомы с такими опытами. Насколько быстро начнут происходить изменения в сознаниях людей и в мире, соответственно, тоже, потому что все исходит из нашего состояния. Когда ты видишь такие чудеса своими глазами, понимаешь, что всему, в принципе, есть свое объяснение, и это все было уже давным-давно открыто. Остается лишь принять тот факт, что возможно, все возможно. Стол мир. Стол мир. Ну, можешь померить. Чуть туда отодвинься со стороны. И в разных точках проверь, какая разница. Мне нужно всего два человека. Мне больше остальные не интересуют. Это очень удобно, когда есть люди. У тебя единственный на всей планете будет в Инстаграме ролики, где эксперименты по стоячим волнам, идеально настроенная катушка Тесла, и ты создаешь такую визуализационную оптическую картинку с термометром лазерным. Да. Нужно переводить Инстаграм на новый формат Reels. Ярослава тоже померим. У нас вопросы формулируют. Вопросы формулируют.
Вопросов у тебя нет. Тебе все понятно? Скажи, пожалуйста. Я не могу сказать, что мне все понятно. Это будет неправда. Просто пока у меня захватило дух, вопросы формулируются. Хочется освежить знания, посмаковать это все, насладиться. Так вот сходу прям. Я не назову себя физиком или ученым. Я просто человек, которого интересует все. Цивилизацию двигают вперед единицы, дилетанты, у которых есть любознательность, которые, углубляясь в какую-то область, постигают много нового, делают самостоятельную картину мира, но самое главное, делают руками еще. Хотя да, есть и теоретики, честно сказать, есть далекие от практики люди, но они работают в тесном взаимодействии с практиками, давая советы и видя, что инженерно получается, они тем самым корректируют свои теоретические воззрения. Ну, мы неспроста такие разные, чтобы дополнять друг друга как раз. Да. И усиливать. Ну что ж, Виктория, благодарю вас за съемки на глобальной волне. Чаепитие. Благодарю. Благодарю. Всем красивых, светлых мыслей. Стоп снято? Стоп снято. Как я хочу перенять это все от тебя. Как прекрасно быть актрисой. Главное в этом состоянии. Так, я смотрю на себя. Да, все правильно. Правильно? Нужно смотреть в камеру. Нужно научиться делать это постоянно. Актрисой быть прекрасно. И очень волнительно, признаюсь честно, в своем начале пути. Но приятно. Хочется скорее включиться в процессы. И научиться передавать через камеру то, что ощущаю я. Потому что словами передать мне это сложно. Свет красивый появился. Ярослав меня засмущает. Ну скажи, как хорошо быть актрисой, потому что для нее даже веганское меню. Ну как, зритель, я же не буду сейчас наводить там, что у тебя в тарелке. Ты расскажешь, что тебе предоставлено. Мне предоставлено. Индивидуальное меню. Икра собственного приготовления, невероятно вкусная, сделанная с любовью, в то время как мужчины будут поедать котлеты из мяса. Вот. Которые я не ем. Как прекрасно быть актрисой. Приятного аппетита. Говори, стоп снято. Стоп снято. Можем показать, какие ждут мужчин явства. Усова, видите? Видоразделение четко внутри происходит постоянно. Мы получаем язон и кислород. На печи. Да, на печи, на печи. Amazing. Калачи. Да, мы прекрасны в телевизоре. Частная. В 16-14 лет у человека здоровая спина. Ну хорошо, не медицинская, а как его назвать? Это больше, дальше наверное, образ жизни, как мы живем, как мы на чем сидим, губим свои позвоночник. Ну, медицина. Дай им, у нас потом грыжи, стандартная вся медицина. Нам типа помогает, ну психиатр, как бы, целый медик. Психиатр, медик. Соответственно. А психолог нет. Они даже какой сейчас у тебя возраст, ты отсчитывай. Ну там 16-18 лет. Высшее образование, а психологи учатся в институте. До того момента, пока вот, допустим, такую вещь не села, которая ему позволяет тебе прям. Я другого мнения. Вот столько лет тебе нужно опять потратить, просидеть, чтобы у тебя позвоночник стал похож как на тот уровень, когда у тебя было действительно сознание было правильно. Господи, не испорчен. Потому что организм рос. Ну, гормон, он не может испортиться, потому что ты еще молодой организм, очень. Я поняла, что вы в восторге от этого стула и от чудес, которые он совершил с вашей спиной, но я немножко другого мнения. Даже начать с того, что мы идем в школу, есть проблемы с головы, все начинается. Если ребенка в детстве тюкали на стуле, не на стуле, он будет сутулиться, он будет кривиться. И это все равно будет впечатываться. Это не тюканье, это... От удобства, простоты решений,
нас так поставили в рамки, чтобы нам было легче принять решение. Ой, облокотись там, оп. И вот так вот мы, блядь, посидели 10 лет. Ладно, я не буду тратить энергию. Позвоночник – это бессознательно, заметь. Ты пока нам сидел, твой мужичок работал, ты не думал об этом. Есть еще зеркальные нейроны. Если мама, папа сутулые ходили, это автоматически. Ребенок стремится быть лояльным к родителям, чтобы безопасность свою ощущать постоянно. Может быть вообще множество проблем разных. Круто, что этот стул помогает, действительно. Я даже посидела на нем немного, я уже чувствую изменения, потому что мне не хочется скрещивать. Я знаю, что нельзя скрещивать ноги, но я их постоянно скрещиваю. У меня мама вот так сидела на стуле постоянно. Здоровый я тоже позвоночник, это тебе не мешает. Но чтобы копировала. Был здоровый позвоночник, и семья должна находиться вот такой, знаешь, процент роста такой. Вот когда ты был здоровый, еще психика должна быть. Психика ни при чем, позвоночник тоже. Поверь, это две. Это но нет. Вещь такая, как стержень. Вот элементарно, ладно, забыли этот момент. Вот как это так, позвоночник не связан с психикой? Если сидеть вот так вот, согнувшись, сгорбившись, как я буду себя ощущать? Как я себя буду? Я не с точки зрения самочувствия физического, а с точки зрения психического самочувствия. Я буду ощущать себя неуверенно. Не на своем. А если я выпрямлю спину, у меня пойдет энергия. У меня пойдет энергия. Я начну чувствовать себя лучше. Я начну занимать больше места в пространстве. Какое надо время тренировать? Когда лучше или когда ты сидишь сгорбившись? Конечно, вот. Риторический вопрос. Давай так, я не думаю. Я вот за ним работаю, просто работаю. Пока я сижу, я знаю, что сейчас паяю, там делаю, у меня там работа просто вообще свыше крыши. Давай послушаем Михаила. Я сижу на этом стуле. По поводу. И себя сам исправляю. Я работаю, поесть хотел. Поесть хотел? Ты что, голодный? Саня, а тебе есть что-нибудь сточить? Давай, у нас приготовь. Ярослав занимается кухней вообще. Я сейчас тебе сварю все, что вот такие надо. Сейчас котлетки нас угощал. Вот, Мишан, если не хочешь, вот. Жареные. Пища. Да, это моя вилка, я ел, Мишаня, я пил много водки, все без заразы. Михаил, ладно. Можешь включить кнопку чайника? Он горячий. Вкусно я резал. Я прям тоже делаю. Виктория, ты готова к мозговому штурму? В прошлый раз у нас сделал грибочки с картошкой. О, что-то было ничего. Итак, Виктория готова к мозговому штурму. Михаил сможет нам сейчас под запись показать. А Михаил готов к мозговому штурму? Михаил готов к штурму, потому что мы не видим больше месяца. Значит, нужно, чтобы Михаил поел, он мужчина, раз поест чуть-чуть, посидит. Это планомерно, это займет 20 минут. Это планомерно, это точно. Виктория, вы могли бы сказать, какой у вас есть запрос, и исходя из вашего запроса, мы сможем коллективно начать распутывать клубок. Сейчас я стала появляться в кадре. Недавно я пересматривала свой первый стрим, и я прям могла пронаблюдать, в какие моменты у меня зажимались плечи, как у меня менялась интонация голоса, и вот эти реакции телесные, их в этот момент проконтролировать у меня не получается, включается какой-то триггер. И у меня с детства тоже дисфункциональная семья, и у меня идет реакция на повышение голоса, на какие-то резкие движения у меня тоже может быть реакция какая-то. Я это понимаю, но в моменте мне это уловить у меня не получается, и как вот именно тело свое от этого избавить? Я. Быстро, но, скорее всего, больно. Или медленно, но плавно. Без боли. Сейчас, подожди. Не так. Подожди, пожалуйста. Его было плохо слышно, его голос надо качественно записывать. Говори, какую методику ты предлагаешь? То есть вариант между чем и чем? Вопрос. Решить. Боль какая, душевная или физическая? Нет. Эмоциональная. Ну, я это, натренирована, лучше быстро. Расскажи, сформулируй для зрителей. Ну, быстро, но жестко, либо медленно, но мягко, мягче. Лучше быстро. Сейчас очень стремительно реальность разворачивается, я прям ощущаю, что у меня психика не успевает, физика тоже не успевает, и из-за этого у меня как будто бы еще больше накапливается сверху, на то мне хочется решать все. Вот.
создается нечто новое, как будто бы. А, ты все воду. Вот твоя чашка. Ты не хочешь мне чай? Я тебе дал горячей воды, а что ты сделаешь с этой горячей водой, твое дело. Ну, пожалуй, просто не важно. Логично, туда просто пакетик. Нет, я хочу пить из этой чашки. Хорошо. То есть ты привыкла быстро и больно? Я не могу сказать, что я так привыкла. Наоборот, я привыкла медленно и планомерно, потому что у дисфункционального детства есть свои последствия, у лояльности к родителям есть свои последствия, и средств на специалистов у меня не было. Я изучала все сама. Я пыталась себя познать сама с помощью различных инструментов. И на мой запрос, уже потом впоследствии, когда я начала осознавать, как это работает, то, что я сама это все создаю, начали появляться люди, которые мне что-то подсвечивали. Кто-то со мной работал и так далее. А у так тебя есть было... понимание через год, что ты хочешь, к чему да. хочешь прийти? Да. К чему? Через год. Вообще, самая главная моя боль на настоящий момент то, что элементарно я не могу управлять собственным временем и энергией. Я сама своей энергии боюсь. У меня есть вот единственная вредная привычка – зависимость. Я курю, иногда бывает курю очень много, потому что когда я этого не делаю, мне столько, и мне самой от себя как будто бы страшно. Вот. Через год я вижу себя... психически устойчивым человеком, находящимся больше количество времени в состоянии спокойной радости, счастья. У меня стабильный доход, у меня жилье, у меня, как это сказать? Я понял, конкретика есть? Конкретика в какой-то сфере или в чем? Но это совершенно новый уровень проживания жизни, я вижу, через год. И Путин сейчас. Да, и при этом ты что-то делаешь. Конечно. Что ты делаешь? Занимаюсь активно своим физическим здоровьем. В первую очередь физическим, психическим и качаю медиамышцу. Угу. Так, если вкратце поверхностно. А стабильный доход откуда? Стабильный доход? Ну, одна из моих целей – это большое количество подписчиков, а вокруг моего личного бренда – продуктовая линейка. В том числе мне интересно раскрывать и других мастеров. Есть направление, например, эфирные масла я изучаю. Вот. Я не пью таблетки, не ем мясо, алкоголь, наркотики. Там это все уже как бы осталось где-то там. В другом измерении. Мне хочется для того, чтобы транслировать людям правильные и нужные смыслы, мне нужно самой стать кейсом себя, так сказать. Вот. Пока что я этому не соответствую. Я транслирую людям вот эфирные масла, так прекрасно, замечательно. Можно выравнивать свое психоэмоциональное состояние через лимбическую систему, просто понюхав нужное я масло. Понял. А сама потом иду и курю сигарету. Есть сигарет. Понимание, как это достичь? Есть, но... Не знаю, как это объяснить. Бывает, как говорят, на мотивации далеко не уедешь. У меня появляется вот этот заряд энергии, четкий план действий. Я телец, я очень люблю все писать, расписывать, что я сделаю, что я буду делать, что я делать не буду, когда, в каком количестве. Но в момент, когда мне нужно применить какое-то действие, у меня случаются откаты. Или бывает прям очень сильно скачет состояние. Я называю это как... От шальной императрицы до сутулой собаки один щелк. Просто срабатывает какой-то триггер. Депрессивная стадия, маниакальная стадия. Да. Да. Какой и период? Я поняла то, что... Стадии какой период? Я не засекала, не могу сказать, но сейчас появляются тоже опять-таки с этой иной новые какие-то термины. Я поняла то, что у меня больше вошло в привычку двигаться на кортизоле, как будто бы вот состояние. Я понимаю то, что это не норма, то, что это ненормально, а как это исправить. Сейчас вот появились тренажеры для подсознания. Этажи сознания. А что тревожит? Новые термины. Тревожит отсутствие безопасности, которую я сама себе и создаю. Какой бы безопасности не хватает? Ну, из-за отсутствия стабильного финансового. Не спросил из-за чего. Я спросил, какой?
жилива, ну, как сказать, какой самодостаточности, целостности, когда я сама могу себе обеспечить базу, жилье, еду, одежду там или какие-то элементарные вещи. А на уровне чувств? Стабильность на уровне чувств. Безопасность на уровне чувств. Что-то на этот вопрос у меня куда-то. Все дело в чувствах, от которого ты бежишь. И решение за этим, понимаешь? Когда ты проходишь через это, не преодолеваешь, ты пытаешься преодолеть, а нужно пройти насквозь просто. Ну, поскольку ты от него бежишь, оно тебе, ты не можешь туда занырнуть. Как только ты туда заныриваешь, ты и выпрыгиваешь. Ум так работает. И вот за этим чувством боли, от которого ты бежишь, там все есть. Просто не нужно его пытаться преодолеть. Есть такие люди, которые едут на ретрит, знают, что они едут там условно на неделю, высиживают эту неделю. Просто, знаешь, так вот как бы такие, так, занырну-ка я на неделю. Это, но в их случае это как просто задержать дыхание, не дышать неделю. Это такой, о, я смог не дышать неделю. И не вдохнул там ни одного аромата. Понимаешь? Из точки иллюзии рождаются на мире иллюзии. Ну так-то, это так все. Игра ума. Образ в том, в какую игру ты играешь, все. Ты очень много тут и мало тут. И ты не чувствуешь себя. Сейчас. У тебя же прямой стрим идет. Включай, мы сейчас поедем. А, я понял. Подожди, сессия идет. Сессия? Фотосессия? Не, ну просто на самом деле такие процессы, они вот так вот не выстраиваются, потому что должно быть определенное поле как раз безопасное. А что, вот опять? Где микрофон? У меня вот, например, нету ощущения, что сейчас можно так вот, это, да, вот в такой обстановке, понимаешь? То есть, на самом деле, если ты хочешь, то это лучше в другом формате. Как более индивидуально, да? Дай мне Вован обратно. Забери Миша. Вован здесь. Вован, ты здесь? Во-первых, потому что... Не получится нормально погрузиться, тут движ. Да, даем микрофон. Смотри, с другой стороны, конечно, может быть и возможно. Конечно, не будет, мы просто познакомились. Мы уже познакомились, все нормально. Очень прекрасная тема публичных бесед с Михаилом, рассуждений. Это всего лишь как бы репетиция. Это один из кейсов, который глобальная волна предлагает. Все, передавай. Так, модерируем речь, пожалуйста, дорогие друзья. Аккуратно. Да нет, вот тебя, вот Володя тебя слышит. О, Вован. Не, ну я бы хотел, чтобы ты тоже смотрел на катуху, потому что анализ нужен. Что получили? А, во, и камера приехала. Угу. Я головой аккумулятор... Словил аккумулятор в башку. Вон, вообще-то, вон туда. А у тебя, Санке, а у тебя тачскрин от этого не выключается на компьютере? Вот от этого ничего не выключается. Вот очень удивительно, Вов, ты понимаешь? Это какая-то... Она так встала четко, что-то в свое, понимаешь? Оно не шуршит и не мешает. Ну, знаешь, когда нет вот этого шума, нету от этого.
все работает, все прекрасно, ты понимаешь? Руки подставляю, лампочки, эти колечки как крутятся, они даже на полмиллиметра не смещаются, у них все пиздато, понимаешь? А лампочки у меня светятся, мне тоже уже, мне кажется, все будет пиздато у нас. Саня, я не могу резать ролики. Ха, учись. Слышь, ты учись, времени нету. Ере, ко мне и некогда фильтровать свой базар. Ну. Наоборот, с Володей общение... Смотри, твой... Вов, смотри. 555 килогерц частота. Это прям, ну, прям система работает, знаешь, как вот как часы, прям, не знаю, кремлевские часы как работают. 50 колечек. Кто, кстати, пытался посчитать, Ерик? Ну, надо сфотографировать и посчитать. Можно сесть. Смотри, рука не влияет никак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 идеальное, а 39 уже пляшет туда-сюда по 5 миллиметров. Решиться не может, есть она или нет. Да, хорошо, ну давай так, я могу сказать, тех колечек, которые еще, они вот только начинаются, поехали. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50 вот точно есть. Я взял 50, да, вот то же самое, вот, все четко, 50 колечек. От самого дрящевого, который еще трясется, не понимает, жить ему или не жить, и да, вот прям сверхустойчивых колечек, понимаешь? Танкей, там, кстати, вот в этом блоке питания можно, короче, еще вывести регулятор напряжения оттуда на отдельный резистор. Вов, я завтра отключаю вентилятор, он нахер не нужен, тут вообще ничего не греется. Ну, хорошо, ну, моя конструкция одна из первых. Да офигенный, Вован, лучше не придумаешь, я говорю, это, ты красава. В общем, смотри, в общем, Вован, давай так, патент изделия Static Feeder вот такую штуку дало. На той же проволоке. Мы получили патент на проволоку. Вот еще один патент еще на проволоку, слышишь? Делайте вещи. Ты согласен? Ну, патент. Да я-то, да. Ну, все, я дальше продолжим. Да, уже сделаем верные патенты, хрен с ним, воспользуемся всей этой цивилизацией, да? Все, что может теперь сделать проволока от ВЧ, все наше будет на планете. И не только проволока. Во, Вован, в общем, смотри, я считаю так, вот каждое, что мы видим, ну, давай так, если я математически натяну идеально, ну, прям, все, она не может, мы будем видеть ежики сейчас, да? Но на этой же проволоке, если я вот сбиваю частоту, мы видим ежики, она не крутится. Неважно. В общем, вот это я считаю так. Это узлы стоячих волн. Это ток. Проявление чистый ток без напряжения вот так себя проявляет. Ну, почему? Да, вот она каким-то образом, да, на самом деле там их вот кучками держит волна. То есть вот именно то, что и расстояние между ними почти... Да, и там примерно получается... Да, давай так, если берем классику, то у нас между каждым колечком 10 килогерц получается. Представляешь? О, Ерик, спасибо. Ну, вот так вот, смотри, у нас 50 колечек. Вот самый крайний я плохо вижу, потому что там прям, знаешь, такое, там рождение их происходит, я не знаю, что там. Там солнце, скажем, для этой системы это солнце. Вот зона комфорта, а вот удаленные орбиты планет, допустим. То же самое можно. Нет планет. Ну, вот эта светящаяся фигурка. Да. Идеальная идея посетила. Но. А если вот эту проволочку сделать кольцом? Как? Скажи, как это сделать? Сделаем. Принтер есть, все есть. Ну как-то на колечко надо натянуть это все. Надо узелок кругленький
сделать на проволоку? Ну, то есть массу, скажем, микрошарик прикрепить. То есть, давай так, у нас с одной стороны, Вов, начнем с того, проволока натянута. С одной стороны шарик 6 мм, латунь, с другой 4. Между ним натянута проволока 0,1, 42 сантиметра. Давай так, 42,5 будет точнее. Прямо от кончика шарика до кончика шарика. Вот. Проволока моментально растянулась, потому что у меня даже стержень еще не... Но я уже знал по предыдущему, у нас проволока растянулась на 1,5 сантиметра от всех опытов. Даже сейчас она крутится, она все равно растягивается и растягивается, постоянно растягивается. То есть вы ее диаметр уменьшаете постоянно, да? Ну, да, но мне кажется, мы так идеально уменьшаем диаметр, что не... Это, у нас методом проволоки делают проволоку, протаскивают через более узкое отверстие. Да, 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 да. Вов, это другой метод. Это, а меньше-то нельзя сделать. Одна фирма на всей планете проволоку 0,05 продает. А мы можем 0,05 сделать 0,00, хоть пох нах, оль. Это эксклюзив... Нет, а что вы, эксклюзивный товар, такой никто на планете не имеет. Смотри, по центру делается узелок. В этот узелок запихивается... Вадик, я не против, приезжай, делаем, проволока будет. Колечко. Ты сам видишь... Будет интересно посмотреть, вот что на этом колечке. Вадюх, впаять проволоку, сделать шарики, я уже сейчас руку набил, уже считай, меня же четвертый или пятый уже даже делаю, уже это, 5 минут, ёпта, понимаешь. Не масса важна, Саня. Как это? Тоненькое колечко. Сделать из проволоки, ровное, почти круглое, так, да, я же спросил, Вован, какой, давай, я в понедельник буду на Митьке, какой тебе нужен диаметр, поставить эксперимент. Вот я тебе метровую трубу привезу, оргстекло, метровую. Какой скажешь диаметр, такой привезу, у Вадюхи есть проволока, он тебя оставит. Шарики сделать вообще миллиметр, берешь дримбел, здесь что, ну, эти, дам мелкие прям. Нет, труба-то у меня есть, Санек. Труба особо не нужна. Но, точнее, у тебя прозрачной трубы нету, что ты мне говоришь-то? Настроить без прозрачной трубы невозможно. У тебя ни по ваттметру, ни по каким параметрам нет понимания, что произошло. Мы реально визуально увидели. Не, у меня же кварцевая труба 60 сантиметров есть, по-моему. Вован, я тебе оргстекло привезу, ты только скажи, какой тебе нужен диаметр. Вадюх, есть сейчас проволоку, он тебя оставит. В понедельник я на Митьке буду. В понедельник. Может, и в понедельник тебе заскочу туда сразу, да. Да. Хорошо. Я тогда в воскресенье созвонимся, я тогда скажу. Давай, да, ты это прям, Вован, прям скажи, какой как бы, под свой эксперимент проволока, все то же самое сделаешь, натянешь, понял, тут охрен, любая катуха, главное, чистоту правильно подобрать, все. Вот. Так что это, сделаешь у себя такую штуку, и дальше это. Надо это понимать, что мы тут нашли. Ну, это что-то интересное. Очень. Если бы это видел Эйнштейн, блядь, мы бы уже летали на космолетах, мне кажется. Не успел это видеть. Или Тесла это видел. Вован, вот. Пока не мерил поле, вокруг ничем не мерил. То есть, вот, поставили спектрализатор, вон, стоит, херачит, вон. Ну, видишь, пока не поняли, как считать. Ну, огромный мощный спектр есть, выделение прям, катушка. А статический приборчик что показывает, не смотрели? Ничего вообще даже, кстати, не... А, кстати, как будто нет статики, все вытерто. Кстати, а я сейчас покрывало сейчас дерну, ну-ка пойду попробую, секундочку. Вот это вызывало страшную статику всегда. Во, Ярик, смотри. Снимаю. О, ноль. Нету статики, реально. Во, все. Мы это... Значит, параллельно идет стирание статики. А, мы нахуй... Статик-ридер для чего? Это сшивать, короче, в дорогущие шубы женские...
которая стоит там по несколько миллионов, туда вот эту штуку, блин, и когда ее снимаешь, чтобы не трещало... Вот хорошие, кстати, рыночные предложения, хорошие. Да. Я тебе давно предлагал уже. Ладно, так, все, стоп, стоп. Куда в бизнес поперли, иди в жопу. Давай, научно нужно. Почему 50 шариков, я считаю, ой, колечек есть. То есть это 50 ежиков. Это если бы она не крутилась, в идеале было бы 50 ежиков. Но такой, мы такой вот так точно и четко мы никогда не видели. Я понимаю. Количество ежиков зависит от одного. От одного всего-навсего, от напряжения. Вот если ты туда добавишь напруги, у тебя их будет меньше. Чуть-чуть убавишь, и они будут, вот ты будешь добавлять, они будут потихонечку какой-то дискретный... Вован, я ставлю руки, им пофиг, ну, особо не ломаются. Одна вообще рука, вообще пофиг. Вот 300 ватт уже, вот нагрузка, Ярик, одна. Вот если вот так руку ставишь, ух, кстати, вот, Диман, иди потрогай. Вот сейчас снизу прям ледяная, холодная. Диман. Да. Не, а зачем? Ну, не ледяная, но ниже комнатной температуры. Ну, вот, и вот здесь вот. А ёжки почему? А почему колеса? Он сейчас рукой нагреет, подожди. Ну вот иди, вот ну, посмотри. Ну. Опять начали это, видишь, ну, идёшь. Вот так, так оно работает. А верх, что а верх потрогай какой мощный. Да. Потому что схема работает. У нас внизу озон, сверху кислород. Ну хорошо, давай мы сейчас замерим как температуру. Озон. И опять запахло. Смотрите, как начинаем вот это. Давать нагрузку, она работает. Ну, он там не видит. Ну прям сейчас просто, вот, знаешь, как говорится, на коне сесть и все. Так, правильно. Спокойно, спокойно. Да, да, такое необъезженное седло еще такое, знаешь. А почему ее ушло? Там все. Частоту изменили, что ли? Какая сейчас стоит? Не, ничего не менял. Это мы маханем своим просто здесь. Ну не важно, что. Во-первых, она, я говорю, она от работы, она все время увеличивает свет, вы поняли. Она больше становится. Микрофон, наверное, ему фигово будет от этого. А вот, вот что я хотел. Дай. А, ну давай, мерим, хорошо. Итак, дорогие друзья, завтра, говорят, будет самозапинт. Вот это вообще, это вообще. Володь, ты слышишь, да, что я нашептываю? А мы к 12 на ВДНХ едем снимать. 5 языков любви. Юлия Владимировна Татьмянина будет выступать. А в воскресенье в 11 объемное время. Стрим планирую и там, и там. Давайте, давайте. Я не тороплюсь, так, ну что, дорогие друзья, на сегодня, наверное, максимум информации для вас. Пока стоп снято. Ожидайте следующие. Ожидайте следующие репортажи. Уже через пару дней, когда здесь что-то будет создано. И я приеду заснять материал. Благодарим Вселенную. У нас новая актриса, новая ведущая. Как лаборатория Усова, соведущая? А? В смысле? Ну я же конец. Ведущие абсолютно прекрасные. Очаровательные. Вот, правильно, да. Наконец-то, отлично, правильно подытожили. 501-й самое лучшее. Да, внизу, вот здесь в одном месте 32, а в другом месте все равно 26. А наверху как стало 42 градуса? Вот здесь, наверху. Как стало 42, так и стоит 42 градуса температура. То есть удивительно. Вообще такое, вот, ну, правда, 44, но потому что мы здесь сами нагрелись, что называется. Да, ребята. Вот такая вот история.
Так, Володь, завершая сюжет, Виктория в кадре, я вот задал вопрос, как лаборатория УСВА одобряет ли вот предложение Ярослава Старухина Виктории, Викторию предлагаю на соведущую. Так, ну, конечно, Ярослав Петрович, ну, я-то абсолютно за. Ты же знаешь меня. Я полностью поддерживаю очаровательные создания, которые умеют мыслить, как бы, и сами по себе сообразительные и интересные. И Виктория, как мне кажется, одна из таких людей. Ну и прекрасно. Хорошо. Виктория, сейчас, секундочку. Завершаем сюжет, потому что уже на сегодня все снято. Да, подводи итоги сегодняшнего дня. Вообще выглядит мальчик. Ой, прям наш какая-то влипнешь туда, да? Да. Пластилин. Левый помягче. Значит, главная интрига, что ты слышала, может быть, ты не все поняла, но что завтра будет какой-то БТГ. Что-то от вас картинка пропала. Нет, нету картинки. Странно. Слушай, и тачпад работает. Ну, несколько коряво, конечно. Ну, а нет, потому что у них заизолировано. Все, ну, мы-то запускали без этого, ну, без внешней этой защиты. А, барахлит, все-таки барахлит. Ну, он да, но все равно, это оргостекло, видишь, хорошо защищает. Сломал. Не сломалось. Тачпад все-таки это набрал. А, все, он не может. Я же тебе говорю, он работает, а тачпад много раз ломался из-за этого. Все, заработал. Завершение стрима идет, да. Поэтому подождите. Ну, исторический момент. Ты 11-й человек, который видит эту конструкцию. Ты послушала. 11-й. Ты послушала, как происходит общение в лаборатории. Услышала от первоисточника. Где тебя отзывается? Что тебя откликается? Какие инсайды тебе приходят? В голове фраза, возрождая прошлое, мы вспоминаем будущее. И это пока все, что мне хочется сказать. Слов мало, эмоций много. Стараюсь все выражить максимально благоприятно, в голове структурировать и передавать это дальше. Думаю о том, как мне это интересно преподнести моему поколению, заинтересовать, немножечко переместить фокус внимания на действительно важные вещи, потому что сейчас люди гонятся совсем не за тем. Застряли в играх, навязанных социумом. И я ты думаю... завершай сюжет, учись, тренируйся, после чего говоришь «стоп, снято». То есть перехватывай у меня инициативу, будь соведущей, понимай, что надо заканчивать, и я готов нажать кнопку «выключить», подводи логический ток и говори «стоп, снято». Благодарю всех участников, поблагодарю пространство, кто донатит, что твой донат привязан к номеру твоего телефона, ну и так далее. И благодарю тебя. Я благодарю за возможность быть здесь, наблюдать это все своими глазами, восторгаться, расширяться. Правда, пока очень сложно складывать слова в красивые предложения. Благодарю
за все, что было, есть и будем. И чем скорее мы объединимся и начнем смотреть в одну сторону, тем быстрее наступит тот самый рай на земле. Благодарю за внимание. Стоп снят. Да, стоп снято, а прямая линия с лабораторией УСВ продолжается. На кружке? Да. Что там? Внутри написано «Соединяйтесь». А до этого не вижу, что за слово. Внутри. Ну ладно, слышали же все, нет? Нет. Слышу, слышу, да. Разговор про ежики. Если это останавливать, будут ежики. Но в состоянии, когда они там прям идеально встанут на проволоке, которые не крутят, ну, скажем, не вибрируют, не получается. Они все равно какие-то такие все, все очень там нагло бегающие. Нестабильные, да? Ну, давай так, да, вот. Хорошо то, что вот когда именно вот эти ежики приобрели стабильность, из какое-то тело создав, правильно? Ну да, да. Они как-то там это. Может быть от скорости они как бы это центроваться начинают. То ли фиг их знает, конечно. Не, ну, у них изначально даже у ежиков есть какая-то неприкосновенность. Знаешь, это как вот. Как вот эта магнитная яма Николаева. Вот ты ставишь, вот так же, вот ты понимаешь, ну, очень похоже. Вот у ежиков, у них, согласись, у них есть дискретность какая-то, да? Да, но количество их одинаковое. Одинаковое их количество всегда, понимаешь? Это четко устойчивое. Не, ну ты напряжение изменишь, у тебя их количество изменится, Сергей. Не, подожди, и вот это... Нет, давай так, нет. Сейчас система настроена, прямо идеально настроена, вот она. Ее тяжело сбить, очень надо прям далеко, туда-сюда, частоты вводить, значит, прямо, вот, сейчас тело сделано так. Частота тела, вот до этого была проволока длиннее на сантиметр, изначально была на сантиметр длиннее, и еще вытянулась даже. И частота была 549, сейчас 555,5. Вы же антенну присобачиваете, у него в антенне же есть емкость. Правильно, нет, Вован. Все правильно, да, вот, проволока стала покороче на сантиметр, и частота стала повыше, 555, была 549, понял. То есть 1 сантиметр, давай так прикинем, а это как раз примерно расстояние вот как бы между ежиками. Я почему так и сократил-то, ну, понял. Между ежиками расстояние, кажется, вот я сократив на это расстояние проволоку, и сейчас она работает, частота стала 555. Сантей, ты знаешь, что можешь? Вот, ежики, мы тогда ежики не считали. У тебя же блок питания есть? А? У тебя же этот регулируемый блок питания есть. Вот возьми, отсоедини тот блок питания, который в ящике, он 24 вольта дает. Но... Подключись туда свой этот блок. И все, и покрути напряжение. И ты вот там 0 вольта 30 туда можешь смело шарашивать. И ты увидишь, что у ежиков больше-меньше от напряжения становится. Но расстояние между ними будет... дискретное, то есть ты напряжение прибавишь? Вован, нет, не становится, нет, не становится. Это четко образованная система не будет. Они просто, там, может, ярче что-то, амплитуда увеличится, ну, бля, все. Нет, Сергей, я это смотрел, абсолютно тебе могу точно сказать. Количество ежиков зависит только от напряжения. Чем больше будет напряжение, то они, соответственно, будут ядренее, и их будет больше. Количество увеличиваться начнет. И еще, наверное, что, я только не знаю, вот от напряжения, а еще может быть от диаметра провода их разное количество может быть. Ну я да, ладно, вот это. Вот напечаталась, да, платформа, ладно, сейчас сегодня попробую, может завтра с утра, не знаю, лучше, проще. Там длиннее будет, ну,
Нормально, но на треть длиннее будет. Там 70 там, с чем-то там. Вот. Труба это 0,75. И проволока 0,05. О, будет. Вот и посмотрим от этой же катухи, сколько ежей будет, правильно? Ну да. Вот все, да. Вот и сравним, и сделаем. Ты хочешь на том же напряжении хочешь как бы удлинить проволоку и посчитать, сколько там ежиков. Ну да, да. Вот сейчас мы видим вот 50, да? Ага. Да. А длина сейчас сколько? 42,5. А хотите метр сделать? Ну не, не метр. Метр у меня нет сейчас трубы, его там поменьше оказалось. Вот. Ну где-то 78 там, что-то. 78 там какая-то такая. Ну прилип почти в два раза, да? Ну так, да, нормально. Подлиннее намного. И еще и тоньше. И провод еще тоньше. Ну а уж все, я уж крышку сделал, уже шарик висит. Осталось только натяжитель поставить и все. Ой, там будет что-то, наверное, еще более интереснее. Но сейчас вот это. Все, сейчас сегодня вот нас что-то насымали, завтра все это залью туда-сюда, и мы это под вакуум все херачим. И вот там начнутся фокусы еще покруче. А еще, Сантей, я знаешь, что тут это нарыл в плане вот этих всех иголок и шариков? Но. Смысл, короче, затеи какой? В общем-то, иголку, короче, делать, это плохо. То есть с иголки срывается хуже. Самое оптимальное, это... Загнать иголку в шарик, ну, правильно. Да, на иголку шарик маленький. Маленький-маленький, но шарик. И вот тогда процесс идет лучше. То есть получается иголка кончается не острием, а правильно, шариком. Правильно, так и есть, да, вот. Вот, поэтому тонко-тонко леска и шарик. А? Ты можешь... А если бусинок прям вот, то есть, ну ты же знаешь расстояние, на котором они там образуются при твоем напряжении. Стакан у вас. И если этих бусинок налепить прямо на проволоку, они как бы сядут именно на шарике. На маленький, допустим, там шарик, допустим, там миллиметр там, или полтора. Нет, мне кажется, мы жестко разобьем процесс. Возможно, можно, если мы посередине поставим шарик маленький. Допустим, у меня здесь шарик 0,02, вообще маленький. Ну, допустим... Хорошо, мы его как-то прикрепим к серединке. Мне кажется, можно достичь состояния, что будет стоять на месте, а слева-справа проволока будет как безумная вращаться. Еще, а укушали, вот спроси у Ярика, укушали вы, есть, короче, шарики с дырками? Да, конечно. Эти, да, есть. Рубиновые есть, конечно. Не-не-не. Вот, на ниточку, да, рубиновый шарик натянуть, так можно с ежиком будет жить. Да не будет он жить там, в этом, попадет и Кузин куда-нибудь ставит. Вов, ну блин, это вот правильно говорит. Вот, 5 лет-то теперь можно всяко вот заниматься. Нет, давай не так. Нам нужно самозапит, все, дальше. Поэтому нахер все эти шарики, лесочки, все, есть эффект, вот и пользоваться. Не надо дальше это придумывать там всякую хуйню. Устойчиво, он очень устойчив, это же хорошо. Все, устойчивость это самое классное. Повторяемость 100%, что еще? Володь, а ты понимаешь, как сделать самозапит? Подожди, мы завтра посмотрим. Вовка, он не видел, ни осциллограмм еще не видел, Ерик. Смотри, видишь колебания, да? Да. А вот если она, прикинь, ну мы же все математику изучаем, вот она натянута просто. Да. И горят точки, например. Так идеально не будут они гореть, они такие, чуть всегда похуже. Угу. Вот. А теперь прикинь, вот это все начинает вот так вот четко вставать, вращаться. Да. То есть все поле, принадлежащее этой проволоке. Теперь вот здесь вопрос вот так, частотой 60 Гц хуячит. Да, да, да. Забирай и получай. Бесплатно. Бесплатно. Володь, ты понял, о чем идет речь? Ну, примерно, да. А что непонятно? Почему вращается?
А вращаясь, мы это просто наблюдаем, мы фиксируем этот эффект. Нет, ну скорость приобретена. Не, вращается почему? Это из той же серии вопрос, почему вращается болт, короче. Подождите, давайте так, берем классические формулы, законы. У нас есть точка с током, 100% током, с нулевым сопротивлением, она крутится. Что мы по формуле получим? Безграничное количество, что хочешь, энергии. Ну, тебе надо вторичку тогда мотать, короче, на него, на эту трубу. Нет. Да, или поставить какую трансформатор. Нет, вот, у тебя каждое колечко – это система, которая, не знаю, как левитирующий магнит, когда очень холодно, а здесь наоборот. Ну, вот я про что и говорю, то есть получается, надо... Вокруг, над каждым этим ежиком мотать катушечку. Началось. Яждым ежечком мотать катушечку. Вован, ты же знаешь, минимум деталей. Вот пока так вот. Что еще выкинуть, чтобы еще стало лучше? Лучше так скажи. Вот. Еще надо меньше деталей. А если, допустим, эту, ну, там, допустим, полоску фольги с одной стороны приложить к этой всей штуке, что получается? Ну, будет вот, я могу бросить кусочек фольги вот даже сейчас, и мне кажется, я буду носить палец к фольге, она будет током меня бить. Давай попробуем. Давай. Нет, фольговой фольги, в том ящике вправо. Сейчас, у меня помощник сейчас принесет фольгу. Да, там верь, рулон целый. Вот, какой кусочек фольги надо оторвать? Да. Нет, давай сейчас буду говорить сейчас. Я буду касаться, я же это. Ну как ее оторвать? Ножницы вон. Ну сколько надо? Во, Ярик. Справа, на полочке, видишь, ножницы. Ярик, 2 сантиметра в ширину и на 10 рулон. Вот, ну, сколько там есть ширина рулона. Это, ходите, пацаны, а вы прям рулон приложите, да еще резать не надо. Да вы рулон просто приложите свернутый. Сейчас, уже это. Эксперимент не остановить, Вован. На, прикладывай рулон. Че это, рулон-то я был? Давай ты прикладывай, Вован тебе сказал, я не знаю. Я был на кусочек фольги согласен, а не рулон прикладывай. Так, какой кусочек? Говори, какой тебе кусочек нужен. Вован, какой кусочек фольги? Я говорю, 3 сантиметра шириной и длину. Сколько там длины есть? Во всю длину, во всю длину. Держи. Давай. Давай не так, Ярик, ладно, вот, я держу вот так, а двумя руками, руку, вот здесь держи. Руку освободи, нет. Вторую, вот. 3 сантиметра, давай. Так нормально? 24. У нас же мощная установка. 24. Как у Лиманского. Магнитов 5. Побольше, не жалеете. Вован, у нас 5 получается. Ну, кажется, у нас вот это, электростанция у нас. Так, что дальше-то? Сейчас Ярик берет фольгу, кусочек на... Нет, это ты. На это ты подписывался. Я сказал, что я коснусь, и меня ударит током. Да. А я сейчас. А что делать? А я пойду погуляю пока, правильно? Сверху на трубу ложи ее. Я просто похожу в пике. На трубу гладь? Хорош, вы что гулите? Нормально. Да, ну, в длину, да. В длину? Сейчас я крупный план сделаю. Не так, в длину. Нет, уже отличный. Шапочку из фольги несите. Самые простые эксперименты. Не-не, длину положите, ну, сверху, вот так вот, да, вот. А, горячо. Ха! Греет тебя, батенька. Я ж говорю, работает. А ты улетела? Не, мне палец прожгло. Я говорю, я тоже... Пусть касается кто хочет. Фольга никак не влияет. Ты обещал прикоснуться. Вообще, как будто что-нибудь, но... Да. Я касаться... А можно я через отверточку коснусь лучше, смотрите. У вас сейчас фольга загорится. Саня, ты в таком состоянии, что не надо касаться через отверточку. Что это? Раствор коварен. Не-не-не. Менделеев. И раствор. Смотри.
Есть, искрит. Искрит? Подожди, искрит. Я подведу крупный план, подожди, давай. Вот я решил, что тебя кусало. Есть искрение, да. Подожди, да ты что искрит? Искрит, искрит. На фольгу плавить можно. Сейчас спадет. По мере этой, я... плюс-минус там есть или это эксперимент это? А чем мерить ты хочешь сейчас, Вован? Ну, этой бутылочкой нашей. А, нет, тут, Вован, у нас тут все, тут даже самые крутые приборы показывают, что у нас тут ни хрена нету. Никакой статики, все, короче, обезвредили. Да, поверь, реально все вообще стерильно. Слушай, вот я сюда сейчас сел, озон идет вообще, будьте любезны. Но искрит хорошо. Ну вот пальчик, вот смотри. Ну не надо, сам. Как берут кровь? Современный метод, смотрите. Ой! Все, взяли кровь и прижгли сразу. Запах нет, паленой кожи, чувствуешь? Эй, Ярик, снимай давай. В натуре я снял. Фу, в общем так. Берешь лампочку 220, один конец вот этой фольги к лампочке, второй конец в землю, в колодец. И лампочка, вот обычная спиральная светится. Сейчас вот могу включить, но... То есть, короче, фольга сейчас нагрузка, я так понял? Еще какая, любая фигня сейчас нагрузка. Мы ставим три вот такие пластинки сюда. Да. Трехфазный двигатель. Там же крутится. 60 Гц нормально, главное вначале ему дать старта. Ну, дайте скорости. И все, и пиздарики. А? Трехфазная почему? 18+. Ну, у нас это, просто, это у нас их больше. У нас их просто больше под руками, чем двухфазных. Просто трехфазных у нас все, во, выключай. Везде. Выключай. Все, мы выключаем эфир, мы пошли спать. Усова. Блин. Так пол-двенадцатого, надо выйти. Только утро. Началось, да? Ладно, мы отдельно сейчас, Вован, свяжемся. Да, мы пойдем, а вы... Без свидетелей. Дорогие друзья, значит, если вдруг... Тут вертолеты летали. Такое ощущение, что мы воздействуем как-то на рэп. И, возможно, вычисляли, где работает какая-то установка, которая воспроизводит какой-то электромагнитный фон радиолокационный. Поэтому скачивайте сюжеты, смотрите патенты. Саш, как патент ваш называется? Статик Фридер? Статик Фридер, да. Да. Статик Фридер, так называется, номер помнишь? Конечно, нет. Конечно, нет. Зачем? А ты говорил, что на эту тему 50 или 60 лет не выдавали патенты? Да. Что такого вы затронули? Почему вся цивилизация это не делала? Случай. Случай. Скромняга. Все, Володь, счастлив. Да, скажи номер патента, чтобы люди сразу смотрели, что за установка качает. Потому что внешний колба с проволокой здесь все понятно, как бы. А что за установка, можно посмотреть в патенте. Сейчас скажу. Задача на электричке поедет. Это его. Суббота не будет пробовать. Воскресенье. А, суббота, да. А, слушай, может, они слишком разные. Конечно, Усова, ждем патента. Да, да. Номер. Патент на вытяжение проволоки сразу. 27, 23, 34, 6. 27, 23, 272, 33, 46. Отлично, хорошо. Все, Володь, спасибо. Вадим, спасибо. До связи. Саня, Саня вас наберет. Ага, пока. По закрытой ссылке. Без свидетелей.
Сдать таких, как
вы не жалко, крысам и голодным псам. Вы стараетесь напрасно сделать вид, что пронесет. Лишь горбатому не ясно, что к финалу все идет. С духом на исходе сит роскошную плетут. Звуки неземных мелодий вас лица земли сотрут. О, дети земли, и люди, и птицы, и звери, моря, океаны, реки, камни, деревья. Сегодня я к вам обращаюсь в любви и доверии. Пришла нам пора выходить во грядущего двери. Все вместе мы с вами прошли времена становления, где звуки рождались велением истока творения, где формы творились в бесчисленном их сочетании. Так мир создавался единого духа сознанием. Все пять элементов в процессе творения были. Вода, земля, воздух, огонь в окружении эфира. Из них создавали здесь все элементы творения. Творца это было единого Бога веление. Все вместе мы целое, мы организм уникальный, наполненный сутью живой, животворный и альный. В нем связаны все мы, творящую мыслью единой. Сплести все живое в узор гармоничной картины. Все шли по спирали в едином потоке движения. К моменту всеобщего в духе любви восхождения. Виток этот новый есть то расширение сознания, что выведет мир мой в единый поток созидания. Того уж давно ожидает и все мироздание. Пробудет земля, когда новое, но сознание, когда засияет волнами разумного света. Сознание земли, ваша мать, золотая планета. И время единства для всех наконец-то начнется. И лента восьмерки гармонией вновь обернется, стирая невзгоды и долгий период забвения. Закружит в спирали живое вихрь новорождения. О, дети земли, и люди, и птицы, и звери, моря, океаны, реки, камни, деревья. Сегодня я к вам обращаюсь в любви и доверии. Нам вместе пора выходить во грядущего двери.